все життя збирали на цю дачу. У мене 18 чоловік рідня. Родичі, діти, внуки, все. Це дача, у нас все було. Це рай. Голову пригинаємо. Розтяжка. І не вершити в суді. Тоже этого не буде. Там вода по воде же заминирована, у них же блокпосты были. У нас Чайка-2, там Чайка-1 остров. То есть у них там блокпост был, раньше на нулевом причале. То есть мы сюда бы никак в Херсон. Это ж нам надо было проезжать их по воде. А туда, в ту сторону, они предлагали нам эвакуироваться. Ну, мы захотели, мы сказали, мы будем тут ждать. Вот, ну, конечно, была реакция неоднозначная. А что казали, когда сказали? Что своих ждете? Ну, мы промолчали, конечно, потому что человек с оружием, вы же сами понимаете. Они приходили вчетвером. Ночью, когда-то в 11 часов, пытались выяснять, почему мы не хотим уезжать, зачем мы здесь с детьми, что мы вообще ждем, что такое Херсон. У вас есть медикаменты? А я сначала не поняла. Знаете, я вам сейчас ногу прострелю, будет чем замотать? Представляете, вот как это можно перенести? Дети плачут в другой комнате, и мы с папой сидим. Слева будет садик напротив моего дома. То есть, что еще? То есть, вот там у нас поезда, все эти дела. То есть, тут идет улица причальная, она начнется дальше. То есть, я дальше вам расскажу, когда мы доплывем до корабельной площади. Вода начала поступать десь часов в 11 ранку. Да. И уже мы сидели у меня в хате на столах, все плавало. Мы считали, наскільки вода поднимается каждую годину. Побачили, що там осталось сантиметрів 5. Ми вилізли на кришу до сусіда. У мене печиво є. Печеньки будеш? А кофе у вас є? Нема, баба? Моєго сладного брата, сестра. Ну, хтось має. Доброго дня! Збройні сили України! Вам потрібна допомога? Проблема ще в тому, що підмиваються фундаменти. С часом эти будинки могут не вытормать. Когда подорвали, их в этот день уже не было. То есть они, видать, знали, потому что утром сторож пошел там, где они ночевали в домике, их не было. Очень быстро стала приходить вода. То есть 5-10 минут и 10 сантиметров. 10, 7, 10. Я просто на глазах, я смотрю, что у нас такой порог. А я готовила еще кушать, думаю, это ж надо, ну, чтобы приготовить с детьми, если сейчас кто-то затопит. И я понимаю, что я уже доготавливаю гречку и лепешки вместо хлеба. Уже воды вот так в домике было. Все, над чем папа с мамой старались, трудились 20 лет. Все. Дома плавают. Ты просто стоишь, у вас крыша и крыша окно. Я открывала окно, вылазила на крышу, чтобы вдруг кто-то увидит, чтобы видели, что мы тут. Вижу, дом проплывает, один, второй, представляете? Острова, вот так деревья, все, кусок острова, раз, поплыл. Ребята на лодке приехали, может, так все быстро, оперативно. Я просто благодарна им вообще, до глубины души. Двое ребят. Я не знаю, я спрашивала, как зовут, но сказали волшебники. Сюжет снимаем про порятунок тварин. Украина осознается еще. Вот я смотрю на землю, я смотрю, вот вода и земля, вот эти две стихи, как говорится. И ты не понимаешь до конца, что ты дома. Ты сейчас приедешь домой, ты увидишь мамочку, которую не видел 7 месяцев. Примешь душ нормально, покупаешься, покушаешь.